Всем привет-привет! И пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую потрясающую девочку-фигуристку делала я сегодня на своем закрытом уроке. Весит она всего 163 грамма и по высоте 16 сантиметров. Фигурка на проволочном каркасе, но я также объясняю, как можно сделать и без него. Все это подробно в уроке. Фигурка выполнена полностью из мастики Modern Past. Вот такая она. Прикольная. Уверена, получится у любого. И теперь немножко поподробнее. Лицо мы лепим, конечно же, без молда. То есть не нужно что-то покупать. Все научу, расскажу и объясню, как это сделать самим. Урок подробный. Максимально все рассказываю, показываю. Можно лепить вместе со мной, так как снимается все в реальном времени. Постараюсь сейчас вам чуть-чуть поближе подъехать, показать, какое у нас замечательное личико. И для тех, кто на моем канале впервые, я хочу сказать о том, что все ссылки у нас постоянные. Вы покупаете урок один единственный раз и пользуетесь им ровно столько, сколько вам необходимо. Никакого ограничения доступа у нас нет. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что данная фигурка вам понравилась, что вы поставите ей свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. На сегодня все. Всем пока-пока.